хуёк. Да пизды. На клинче висит тряпка. Действие первое при работе с клинчем – это проверяем совместимость камеры, подходит ли она к клинчу или нет. Для этого на небольшом участке устанавливаем клинч каким-либо образом. Можно это производить вставщиком, можно производить роликом, можно производить пальцами, либо шпателем. Установка клинча должна произвестись до упора. Клинч должен быть полностью установленным и полностью сжат. Также он должен удерживать материал, который вы планируете устанавливать. Следующее действие – это проверяем материал, который мы собираемся установить на небольшом отрезке. То есть мы заправляем его таким же образом, как он у нас будет устанавливаться. Обычной прокаткой. И проверяем на удерживание. Либо это будет ПВХ-пленка. ПВХ-пленка при установке должна заправиться полностью в два слоя. То есть вот таким вот образом должна быть установлена пленка. Остатки будут срезаться. Дабы пленку не вытаскивало за шпателем, движения шпателя должны быть вот такие вот. Еще один немаловажный момент. Толщина шпателя должна быть не менее 0,4 мм и не более 0,6 мм. Шпатель должен быть в меру острым, но не прорезать пленку либо ткань. При установке тканного материала наша рекомендация прокатывать его в несколько слоев. То есть вот таким вот образом закатывать остатки ткани в клинч. В некоторых случаях клинч может вытаскивать пленку из паза за шпателем, несмотря ни на что. В этом случае мы рекомендуем прокатать внутри паза шпатель без пленки, для того, чтобы взбодрить внутренние зубчики. И в последующем варианте уже прокатывать непосредственно пленку. Так, а сейчас что происходит у нас здесь? Это цветовая линия, 3-сантиметровая, в нее вставлен клинч, ленточка Doomlite. И вот, вот этой вот штукой я прокатываю туда. Ну, пробуем РКК-шные шпателя с тефлоновым покрытием в клинч вкатать. Скажу вам сразу, пушка пушечная. Еще успеем, а здесь не устал, никто не чует. Все, закатал. Еще успеем отдохнуть. Пойдет. Ой, приди.